кадр попала. Тут сейчас так голосили эти утки. Мне так хотелось записать, нашли какие-то дети, и они болтали довольно громко. Как бы не хотелось записывать болтовню детей фоном к уткам. Я не знаю, у вас бывает такое, иногда у меня такое бывает. Хочется что-то такое записать, а мешает какой-нибудь человек. И вот стоишь и так и думаешь, блин, ну когда же вы уже пройдете маму вашу, бабушку и деда? Я что-то за все лето особо тут не была, и до осени вот пару раз только, вот третий раз, наверное, не, второй раз, наверное, выхожу. Вообще, вчера я что-то вышла прогуляться, темно. Дошла примерно почти до этого места, ну, с той стороны, где там машину видно, до остановки. Вообще, конечная остановка, это у нас в районе, в микрорайоне. Концерт по заявкам уток. Короче, увидела какое-то желтое пятно. Испужалась, я думаю, хрен знает, что это такое страшное. Думаю, надо при свете дня пройти и глянуть. Хотя я подозревала, что это просто листья желтые на кустиках. Казалось, так и есть, просто листья желтые. Пуганая ворона и куста боится. Или тени куста боится. Вспомнила, как мы с подругой в темноте давно-давно еще, мне, наверное, 18 было. Или, не, мне, наверное, 20 было. И где-то на меня на 3 года младше была, правда, выглядела наоборот. Нас все время принимали как или за маму с дочкой, или, в общем, что я младше. Ее это дико бесило. Но суть такая, что мы с ней шли темно, оба водолея. И оба, видимо, в темноте боимся странных всяких теней. Как бы говорят, надо людей бояться, а не такого вот. Оказывается, тут включается подсветка на камере. Холодно, руки дрожат. О, вот оно как делается. Четырехкратное увеличение. Фига себе. Можно это делать плавно, значит. Лёля и телефон Huawei Honor 9A. Не пойму, он дает четкость или нет при приближении. Около 5 часов вечера вообще, наверное, уже. Ладно. Привет, зритель, пока, зритель.